Всем здорово! Сегодня я сравню Сянь Юнь и Нахиду. Посмотрим, кто же стоит твоего внимания и кто самая лучшая мадама этой игры. Готовь свои пальчики писать о необъективности сравнения, ведь это самое необъективное и предвзятое сравнение персонажей. Поехали! Артефакты. Нахида хочет ходить в Дендро Данж, что уже более приятный выбор, ведь там два ультра крутых сета, если ты играешь от Дендро реакций. Сянь Юнь хочет вроде как и новый сет, изумрудную тень, вроде как еще непонятно, но все равно не самые удобные данжи в плане артефактов. Нахида 1, Сянь Юнь 0. Оружие. Два каталиста, поэтому будет удобней сравнить. Звонкий ключ журавля подойдет только хранительнице и Шарлотте. Все. Больше никому, забудьте. Сновидение тысячи ночей подойдет любому каталисту, играющему от МС. Нахида, Сахароза, Яйми, Кализа, да и прочие, если захотите собрать их в МС. Нахида 2, Сянь Юнь 0. Буба масса. У Сянь Юнь все тут шикарно, вопросов нет. Нахида, осуждаю. Нахида 2, Сянь Юнь 1. Попа, важный аспект. Сянь Юнь не обделили в этом плане, и все так же шикарно. А вот Нахида, осуждаю. Нахида 2, Сянь Юнь 2. Прыжки. Главная механика нашей новой дамочки. Конечно же, с ней никто не сравнится. А вот Нахида из-за лольности не может прыгнуть высоко. Нахида 2, Сянь Юнь 3. Исследование мира. Нахида очень сильно помогает облегчить сбор разных диковинок, в то время как наша цапля помогает более комфортно и быстро перемещаться по миру, поэтому каждая забирает по одному баллу. Нахида 3, Сянь Юнь 4. Интересные изображения. Ну конечно, Сянь Юнь является мамочкой, и с ней уже можно найти много интересного в интернете. А вот Нахида, осуждаю. Нахида 3, Сянь Юнь 5. В этом противостоянии победила Сянь Юнь. Это самое предвзятое сравнение персонажей. Если понравилось, поставь лайкосик и напиши, кого сравнить в дальнейшем. Может, Аяку и Гань Юй или Дилюка и Чичу. Все на твой выбор. Удачки!